Хотите поздравить родных, близких и друзей? И чтобы ваши пожелания увидел весь город? Это просто. Газета «Камелот» в честь 9-го дня рождения своего пункта приема рекламы провела для воронежцев необычную акцию. Прохожие клиенты офиса могли собственноручно написать на огромном ватмане свое послание, которое затем опубликуют в «Камелоте». Я поздравила свою внучку Машеньку с днем рождения. Пожелала ей здоровья, чтобы она росла. И чтобы помнила, что мы скоро на море едем. Поздравила своего сына Дмитрия. Он закончил у меня 5-й курс магистратуры в ВГУ. Очень успешно, на одни пятерки с повышенной стипендией. Так что для нас это радостное событие. Я поздравила свою семью и семьи моих друзей с праздником семьи, любви и верности. С возрастом очень хочется, чтобы в семье было все хорошо. Я являюсь постоянным, так сказать, посредником объявлений в газету «Камелот». Что-то продаю, что-то покупаю. В связи с 9-й годовщиной газеты «Камелот» желаю сотрудникам и самой газете дальнейшего процветания, увеличения тиражей на благо жителей города нашего. Все поздравления и обращения ищите на страницах газеты «Камелот» с 8 по 12 июля. Не пропустите, возможно, и вас кто-то поздравил с днем рождения, признался в любви или даже сделал предложение.